нам важно сохранить в Череповце талантливых, молодых, я бы сказал, даже не только талантливых, а гениальных, тех людей, которые способны взять инициативу на себя, тех людей, которые могут организовывать новое производство, тех людей, которые, несмотря даже на общественное мнение, готовы реализовывать что-то новое, революционное в тех или иных направлениях. Такие люди необходимы.